Влог с огоньком. Всем привет! Я Настя, и с вами рубрика «Рецепты». Будем разбирать новый кофе, новые воды. Будем заваривать сегодня V60 и Airpress. Начнем мы с нашей Кении Кии. Кофе Кении Кии уже была в нашем ассортименте ранее. Сейчас это уже текущий урожай, то есть немножко другой. У нас на данный момент это Кении Кии AB. Также будем вводить в дальнейшем Кения AA. Прекрасный кофе, мой любимый. Очень читаемый, яркие дескрипторы. Максимально классический по вкусу Кения, но мы от такого никогда не устаем. Этот кофе на каждый день. В нем будут очень яркие дескрипторы листа черной смородины, черники. Также есть небольшие ноты зеленого яблока и лайма. Начнем с V60. Будем использовать 17 грамм молотого кофе и 280 грамм воды температуры 95 градусов. Помол 7.75 на кофемолке Dittin Club Sweet. Если у вас нет такой кофемолки, вы можете воспользоваться виджетом на нашем сайте. А если же у вашей кофемолки нет на нашем виджете, вы можете ориентироваться на общее время заваривания. Оно будет составлять 3 минуты 20 секунд, плюс-минус 10 секунд. Начнем. Засыпаем 17 грамм. Предсмачивание будет стандартно 50 грамм на 30 секунд. В предсмачивании стараемся задействовать все частички, чтобы не было сухих мест. В 30 секунд мы вливаем до 120 грамм. Все вливания также стандартно круговыми движениями, не касаясь стенок. В минуту 10 мы будем вливать до 230 грамм. И завершающее вливание мы сделаем в 220 до 280. Наш кофе готов. 3 минуты 30 секунд. В аромате уже яркие, темные ягоды, черничный джем. То есть аромат довольно насыщен темными ягодами и очень сладкий, тем не менее. Прекрасный кофе. Отличное пение. Яркое. Темные ягоды. Обожаю такой пить кофе каждый день. И если вы хотите также пить этот кофе, мы разыгрываем пачку специально для вас, для двоих людей. Условия, как всегда, просты. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и комментарий. В комментарии также можете отметить, возможно, какой-то новый вид девайс заваривания в следующем видео вы хотите увидеть, либо какой-то кофе конкретный. Пишите комментарий, подписывайтесь. Мы разыграем для двух людей. Начнем заваривать Airpress. Airpress будем использовать 16 грамм на входе, 220 грамм воды, температура 92 градуса. Значит, мы сейчас вольем воду и будем перемешивать ложкой до 20 секунд после, я накрою там крышкой, и подожду до минуты. В минуту снова буду перемешивать до минуты 20, и после буду продавливать так, чтобы общее время заваривания составило 2 минуты. Перемешиваем до минуты, еще 20. Ну, также использовала, естественно, перевернутый способ и два фильтра. И я еще забыла сказать помол. Он составляет 5,5 на кофемолке Lab Sweet. Ну, в Airpress уже более плотнее тело, чуть больше сладости. Собственно, в этом кофе больше сладости, чуть сильнее ощущается тельность, она чуть поплотнее. Но абсолютно такие же дескрипторы.
Темные ягоды, чуть небольшие оттенки цитрусовых. Поэтому, ребята, кому нужно чуть более слаще и плотнее, пожалуйста, Аэропресс. Если вам нужно более яркое, чуть легче тело, пожалуйста, V60. Это была офигенная Кения, Киев, мой любимый кофе на данный момент. Поэтому, пожалуйста, заваривайте, пробуйте, подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. Всем спасибо и увидимся в следующих роликах. Пока-пока!